Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня опять посылка. Посылку мне отправили во вторник вечером. И вот сегодня пятницу вечером я уже получила. Сейчас я открою, вытащу свои растюшки и все вам покажу. Вот так упаковано. Три растюшки я заказывала. Вот так упаковано. И там у меня внутри находятся растения. Сейчас буду их вытаскивать. Заказывала я агланемы. Просила, чтобы мне подписали сорт. Сорт мне не подписали. Поэтому пока я не могу сказать, какой сорт. Потом я уточню и подпишу, какие же сорта агланемы я заказывала. Вот. Агланема хорошо все упаковали. Вот в таком вот, вот такой емкости. Хорошо, ничего не просыпалось. Все замечательно, все. Все растения доехали. Вот это у меня первая агланема. Такая вот она. Красный, зеленый цвет листьев. Очень я хотела эти агланемы. Такая вот красотка первая пришла. Затем у меня вторая агланема, вот такая. Она немножко вот такой розовый мозаичный рисунок. И, в общем она розово-зеленая. Розово-зеленая тоже очень красивая. Сорт, к сожалению, тоже не подписанный. В очень хорошем состоянии агланемы. Сегодня я буду как раз обрабатывать и заодно обработаю и эти растюшки. И третья моя агланема я убрала скотч уже и хочу посмотреть, что внутри, что под бумагой. Агланемы пулиты. Пересаживать я пока их дней 10 не буду, пусть они адаптируются, и потом уже произведу пересадку. Вот вторая агланема, она больше, у нее белый окрас, больше бело-зеленая, очень красивая красавица. Сколько тут, мне кажется, тут не один кустик, а несколько кустиков, даже два. Ну, посмотрю, пусть во время пересадки все уточнится. Вот три такие красоточки сегодня пришли ко мне. Очень я рада. Пока, ну, с посылками, наверное, пока немножко себя остановлю. Надо остановить себя, потому что уже очень много растений у меня. И надо сначала немножко освободить места. А затем уже, может быть, еще закажу, еще сделаю две посылки. У меня это четвертая посылочка. Ну, 5-то я точно сделаю. 5-то я буду заказывать. Вот. Вот так вот. Такие, смотрите, красавицы какие. Очень красивые агланемы. А вчера у меня также я проводила обмен. У меня появились новые две агланемы. И я как-нибудь сниму видео и покажу все свои агланемы, которые у меня есть на данный момент сейчас. Пока вот только три. Три агланемы показываю вам.
Ну, а сегодня у меня будет все. Всем самого хорошего, доброго. До свидания.